Раз, два, три. Берем в прицел детей. Мы возьмем сейчас двоих детей, у кого я точно знаю, есть проблемы с каканьем. То есть это дети, которые не умеют управлять горшком. Давайте берем кому. Он заигрывается и иногда обкакивается и не ходит на горшок. Посмотрите, это физиология или что это? Сознание у него уже включено, он уже понимает, что это нехорошо, и он даже стесняется. Это физиологическое или нет? Он как заигрывается. Как вот есть маленькие детки, которые совсем такие маленькие. У него что-то не деформировалось, как у ребенка? Ну, как вот так, вот такое, как все равно вот совсем маленький. Давай найдем, что у него самопроизвольное, не как бывает, вот что-то. Мышцы. Мышцы, да? Ну, вот такое. Что можно сделать? Посмотрите, что можно сделать для того, чтобы мышцы включить, и они работали на возраст. Тонус мышц надо. Ну, приседания, всякие упражнения вот с приседаниями. И там как импульс, он позже срабатывает, чувствительность. То есть он когда, вот, как это объяснить, как вот на выходе, это же кишка идет, как сжимается, сокращается, а у него нет чувствительности. Он только когда уже снаружи начинает вылазить, тогда чувствует. То есть там еще в кишечнике вот в этой мускулатуре. Да, там. Импульс приходит из мозга. Управляющий. Я не вижу. Там по импульсам все нормально. Там в самой физиологии надо по телу надо ему помочь. Именно по сокращению мышцы. Вот так. Гимнастику какую-то. Я вижу, игры можно проводить. Да. Еще как между ножек можно как разминировать, зажимать и потихонечку. Разжал, 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 разжал. Ему больше на ягодицы надо. Смотрите, упражнение, упражнение. Это ребенок, он каждый день делает кучу приседаний. Нельзя. Не делает. Он не делает. Там это надо заниматься именно вот. Это конкретно. Что-то не удивлюсь, если у него даже походка не такая, как у всех детей. Когда он ходит, ноги ставит как-то не так. Ну, по импульсной системе сейчас получается у него полностью все нормально. Или все-таки импульс приходит с опозданием? Импульс на что? На позыв? На позыв. Я вижу, как он нормально. То есть с этим как-то я не вижу. Правда. Вот чтобы вот он, ему захотелось какать. У него раз, и очко зажалось. А у него оно не зажимается. Тут получается. У меня идет с опозданием вот эти именно. С опозданием. Вот у меня тоже есть такая информация, что есть опоздание в импульсной системе. Сигнальная система не работает. Именно вот самый кончик кишечника идет. Просто сигнальная система, она немножко работает не так, как чтобы вот сигнал поступал, там по-другому. Там именно, когда кишечник переполняется, мышцы начинают включаться как-то. И вот этот момент... Правильно, не приходит момент, не включаются. Не включаются, да.
Вот посмотрите этот момент, когда мышца не включается. И пошли по сигналу. Он по спинному мозгу. К спинному мозгу меня тянет. К спинному мозгу, ага. И что в спинном мозге неправильно? Самый кончик спинного мозга, вот где уже нити идут, ага. Нейроны, нервы. Не хватает? Угу. Давай достраиваем там, создаем. Они слабенькие, там тоненькие. Я не могу ловить, я не могу ловить этого, чтобы... Они как не дороже чуть-чуть. Угу. Подрастить. Просто доращиваем. Не вижу связи. К мышцам нервная связь от спинного мозга. Просто по сигнальной системе пройдите. Вот она, получается, приходит с задержкой во времени. Так, как-то по-другому. Андрей, видишь? Угу. Восстанавливается? Угу. Вот теперь смотри, завтра кому бегает по улице или там дома, ему хочется какать. Вот как только наполнение кишечника пойдет, сигнал. Угу. И он обкакается, потому что мышцы нет. Угу, и мышцы, да, все равно надо качать мышцы. Я такая по мышцам, я прям вижу их. Ты вот проследи к сокращению мышц. Что сокращает мышцы? Надо сидеть. Вот и я выставила этот нейрон. Угу. Все равно нужно качать мышцы. Все равно мышца. А там идет основная мышца. А когда ее развиваешь, вот тогда я вижу связь с этим нейроном. Угу. Тогда и нейрон начинает активно развиваться. Тут обратная связь я вижу. Угу. Первичную мышцу вот эту. Угу. То есть у кого мы сразу даем задание маме на упражнение? Какие упражнения? Вот чтобы с ягодицами, именно зажать ягодицы, отпустить. Может быть, как вот я говорила, мячик, я почему-то мячик увидела, никогда такую игру не заметила, но вот увидела такой, да, что мячик маленький зажимается между ягодицами и пронеси. Вот ведерко раз и выкинул, как ручками, только ягодицами. Смешно, смешно. А ребенок играет. Потом просто ягодицы зажать, отпустить, зажать, то есть и придумывать при этом, чтобы ребенку, то, что ребенку нравится, я вижу, нравится это, именно ягодицы. Угу. Если мама тренирует, сколько понадобится времени для того, чтобы восстановилась? Несколько недель. Регулярности делать два раза утром, вечером, там мышцы эти тонус набирают хорошо. И, кстати, сейчас тоже вижу упражнение, лежит на спине, ножки поднимает. Как велосипед делает. Вверх, вниз. Угу. Тоже вот. Нет, еще такое вот, как свечи от температуры детям делают. Угу. Что бывает у них, непроизвольно идет сокращение. Угу. Вот как-то вот так вот, чтобы сокращение прочувствовать, есть у него эти непроизвольные или нет. И вот тоже, когда детям попу вытираешь, у них бывает, тоже сами не контролируют, говоришь расслабить, а у них чик зажимается. Вот такой ему рефлекс выработать, чтобы он сам, вот если вот с этими шариками, он как-то контролируется, этот рефлекс, умом. А вот это вот непроизвольное сокращение, оно от спинного мозга у меня идет. Угу. Правильно. От спинного мозга рефлекс, подожди, мы пришли к рефлексу рептильному уже. Угу. Рептильные рефлексы можно перепрописать. Врачи это не умеют делать, а мы уже умеем, мы даяние прописываем. Да. Вспоминай, где прописывается. Вот это я и восстановил. Ага, это рептильный. Через спинной мозг, через, да. Через спинной мозг. Куда ты через спинной? И потом... Потом мозг идет. Ну а концентрация именно идет в спинном мозгу. Я полностью до самого мозга прогнала там.
затылку туда, а только внутрь идет оттуда сигнал. Угу. То есть рептильная часть сейчас будет восстановлена. Угу. И остается мышечная. Угу. Бывает же, вот если в туалет, что оно само держится. Ты же не думаешь постоянно, как это булки сжать, чтобы держать. Угу. Вот это как разные состояния, а разные мышцы идут. Угу. И разные импульсы. Угу. Одно идет напрямую через мозг, а одно через мозг, спиной мозг и туда. Джессика, достала из отсюда. Сейчас это прописано, да, у кого? Угу. То есть у кого остается упражнение, рептильную часть мы восстановили. А давай следующее, вот возьмем ребенка, у нас еще из тех, у кого есть эта проблема, есть Артур, который с бабушкой Ириной. Угу. Помните Артура, да? Угу. Ага. Настраиваешь. У него то же самое, да? Но у него по-другому. У него по-другому, он в воде обкакивается в бассейне. Угу. Тоже вот эти вот состояния, именно он может вот булки сжать и держать. Угу. А именно вот этот вот внутренний. То есть именно, там отсутствует рептильный там рефлекс. Да, тоже. Мышцы тоже, именно внутренние мышцы. Угу. Но пошли по рептильному рефлексу тоже. Угу. Именно непроизвольно, когда мы же там внимание постоянно не держим. Угу. Как автономное. Да, автономно. Вот именно автономную систему это надо встроить. Это вот из той же серии, как мы даяние восстанавливали, наш не какала, а потом вот эти рептильные штуки ей восстановили, и она какать начала. Я помню, что... Угу. Установили, да? Давай прогоним. Давай прогоним сейчас. Сделаем. Давайте прогоним по рептильному. Вот поступает сигнал. И смотрим мышцы и сокращаем их. То есть включаем. Да. Сделаем вот именно создадим. Создайте полностью систему. Да, делаем, да. Как тренажер. Такой чик-чик-чик поделал. Давай вместе. Я понимаю, я тоже делаю. Я... К тому, что наше внимание, вот большое, коллективное, оно, эффективно, оно гораздо рабочее, больше. Угу. Проходим. И, соответственно, и душе, вот сейчас внимание души уделите этому, чтобы она это делала, чтобы она это начала контролировать. Как вы задолбали, бля. Полностью проходят все сигналы по мышцам, вся система срабатывает. И вот представьте. И вот он бежит в туалет. Ага. И вот он бежит в туалет. И теперь вот представьте, он приходит в бассейн, вода. Вода расслабляет мышцы. Рептильный комплекс у него срабатывает теперь в воде. Угу. В бассейне и прогоните. Зажимает. Угу. Внутри зажимает. Ага. Как автоматически такой спазмочек. И желание он выходит и туалет. Угу. О, круто, я никогда не видела, как эта система работает. Угу. И теперь четко. Еще знаете, у кого посмотрите эту проблему? Я не помню, Адиль или Амир, возьмите их. Была там или нет? Кто-то еще про бассейн писал, что в воде ребенок какал. Посмотрите Адиль и посмотрите Амира, как у них. Окей, именно. Именно вода расслабляла.
Да. Я всем там еще как прошелся, так ты укрепила. Я укрепила там. Прошлась и укрепила. Можно твой телефон тестить? Мой? Да. Наташа, а ты поняла меня, да?